чуешь победу? Вот так вот. Поехали. Да, Майки почуял победу босса. Чё происходит? ТНН, хилки не нужны. Это да, было бы приятно. Привет, Громозека. Нет, это четвертое, что ли? Ну мы на вас босс сейчас слились. Последний трай. Ну мы три раза умерли, это четвертая попытка. Я так понимаю, там надо написать неудачные попытки или что-нибудь такое, но места не хватит, скорее всего.
Ну, у тех игр, у них конты были бесконечные, кроме порки. У порки я не знаю. Там как бы это... Не знаю, в общем. Громозека возьму, конечно. Мы хотя бы с такой же скоростью будем проходить. Мы в среднем где-то 7-10 игр в неделю проходим. Ну как в среднем, я не знаю на самом деле сколько в среднем, но за последние недели, по-моему, было 7-10. Мне кажется, на Сеге сложнее с первой попытки многие игры осиливать, потому что они, кажется, любят без контов, там, 3 жизни делать игры. Кажется. Ну, игра в игре рознь, порки, например. Я даже не понял, сколько там континий. Но бывает игра сложная и контов, считай, нет.
Попробуй другой ром. Мне нравится там первоначально с заставками немецким. Классно звучит. Дракуля. Не могу повторить, к сожалению. Немецкий язык. Не шарю. Там что-то найти нужно в игре, Громозек. Упс. Получилось. Пока что мы ни одной жизни не потратили, по-моему. Тебя сразу ставят в точку, где тебе урон ничего не нанесет. Так что тебе нужно только правильно прыгать. Издалека просто стреляем, подумал я. Ничего себе, это хилка. Еще одна, да вы что? Хорошо, что мне питай фул хп. Спасибо за донат большой, Громозека. Ну, не знаю, какой-нибудь марафончик, кто-нибудь стандартный тут ходить.
Тут он рандомно редкий, скажем так. Не, хаки не хочу. 99% хаков говнище, которые либо выглядят просто криво, либо там они завышают сложность путем добавления кучи дебильных прыжков, которым тебе нужно разбираться. Да я даже не назову ни одного нормального хака, который я переиграл. На NES, по крайней мере. Ай.
Что там, автоматическая система, что ли? Потому что много народу. Издевательство просто. Не, я хочу на этот марафон стандартные игры. Вон, Майки говорил, людям нравится, действительно нравится. Контры всякие там, КДЛ. А это на отдельную историю. Ну, у нас максимум 30 игр мы затащили за марафон из тех, которых я знал. Всё? GG. Спасибо, ребята. Спасибо, Мантис, Майки. Спасибо, Сбукрыныч. Что, что? Почему? Или ты у Майки спрашиваешь? Я понял, Магирян. Спасибо, Литл, за донат большое. Ну сколько мы потратили времени на все про все? Где-то в 9, наверное. Громозека, спасибо тоже за донат большое. Ну, два часа с копейками, наверное, мы пробовали. И вот с четвертой попытки мы прошли. Давайте запишем в пройденные. Сколько там? 23 минуты было. Пока я тут печатал. Ага, и по новой запускаю.